Всем привет! Сегодня мы дополнительно протестируем наш компьютер на базе 6-ядерного AMD FX6300 и Radeon 270. Протестируем не потому, что нам так хочется, а потому, что нас все чаще стали обвинять AMD-любители в том, что константа продалась, что константа — это только Intel и Nvidia, что в константе работают только уроды, компьютеры мы собирать не умеем. Всем вам, пожалуйста! Мы потратили на вас еще пару часиков, чтобы доказать, что на этом компьютере можно поиграть в самые современные игры, такие как Ведьмак 3 и последний Wolfenstein. Для начала мы решили протестировать в популярном CSGO вот на таких вот настроечках. Что смогли, выкрутили по максимуму, ну или почти по максимуму. Получилось у нас около 60-65 кадров в секунду. Но как только мы включили Fraps, получилось вот это. Короче, лажа получилась, ребята. Если раньше FPS проседал при включении Fraps на 10-15, то здесь с 65, вы только вслушайтесь, до 20. В 3 раза система просто провисла. Поэтому мы не стали больше тестировать в CSGO. Перейдем сразу к тестированию в Ведьмаке 3. Тестировать будем вот на таких вот настройках. Как вы видите, технология NVIDIA HairWorks отключена. Как вы думаете, почему? Думаете, видеокарта не потянет? А может быть, потому что она не NVIDIA? Да, надо подумать. Ай, черт с ним, без этой, наверное, технологии будет тоже неплохо. Кстати, на эту тему сразу давайте вот поставим точки над «и». Те, кто кидает нам упреки, что вот, да что вы там, NVIDIA, да в Ведьмаке 3 и Radeon'а показывают больше кадров. Базара нет. А почему они их показывают? Вы сначала, прежде чем нас обвинять в чем-то, вы сначала разберитесь, почему они их больше показывают. А показывают они их больше по той причине, что половина технологий, которые используются в этой игрушке, они тупо не поддерживаются этой видеокартой. Какой Radeon будет поддерживать технологию там NVIDIA HairWorks или тому подобное? Естественно, они будут больше кадров в секунду показывать, потому что они тупо не обрабатывают ту информацию, которую должны. Но чтобы задействовать ее ресурсы, надо подбирать под нее игрушки. Что-то я, вот, честно говоря, вот так вот сходу не готов сказать, какая игрушка из последних вот, при загрузке, например, показывает лейбл, что она хоть как-то оптимизирована под AMD. Включаем Ведьмака 3, посчитайте, сколько раз там мелькает лейбл NVIDIA. Раз, два, и в настройках вас еще добивает технология NVIDIA HairWorks. Замечательно устроена игрушка. Что говорить про Ведьмака 3, собственно говоря? Вот так вот все происходит. Сколько уже информации на YouTube выложено про эту игру. Что тут даже говорить-то нечего. Идет и идет. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерии, ни Кейдвена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну... А теперь будем тестировать последнего Вольфенштейна. Настройки вот такие вот. Обратите внимание, Full HD пришлось убрать, потому что, ну, тупит игра, тупит. Как говорится, когда очень хочется, всегда можно пойти на компромисс с совестью. Тестировать будем именно эту игру, потому что трешняк. Thank you.
И, честно говоря, очень хочется посмотреть в глаза тому создателю, кто придумал, что вот убивая собаку, она будет падать с обязательно раком. Не придите, как будет сказано, да простите нас. Ну, это, конечно, просто мега находка. И таких в игре, как взрываются эти вот автоботы, или как их там назвать, я уже не знаю. Ходячие роботы со шлангами. На этом, пожалуй, и все. Говорить тут особо нечего. До новых встреч. Увидимся в нашей группе.